Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале у Светланы Лоди Сад. Сегодня, может быть, начало видео совсем будет необычное. Не в моем формате, но прошу вас, досмотрите видео до конца. Оно будет как бы из двух частей. Первая часть, вот хочу вам порекламировать такой интернет-магазин, как Мамси. Я очень много в интернет-магазинах заказываю всего. И я об этом вам все время говорю. Это и Озон, и Алиэкспресс, и всевозможные интернет-магазины по закупке семян и всякого другого посадочного материала. Все это я вам показываю, рассказываю и говорю. И вот пока я отдыхала в Турции, там, к моему огромному удивлению, прекрасно работал Wi-Fi. И не только на ресепшн. Прекрасно он работал в номере. А еще лучше он работал на пляже, что было вообще очень-очень удивительно. Ну и так как неделю лежишь, ничего не делаешь, естественно, я по полной программе пользовалась интернетом, пока не разрядится телефон. И вот такой сайт нашла, как Мамси. Видите, вот такой слоненок Мамси. И это сайт вообще такой классный, мне очень понравился. Ну, он, конечно, отличается, например, от таких сайтов, как недавно вам показывала и Алиэкспресс, эти китайские сайты, и Ньючи, где я недавно тоже заказывала себе кое-что в интерьер дома. А вот Мамси здесь в основном представлены брендовые вещи. Но этот сайт рассчитан на то, что здесь постоянно идут акции, скидки. Он работает в виде клуба, там надо обязательно зарегистрироваться. И, конечно, я там до чего долазила, что мне предложили такое, ну, не то что сотрудничество, а чтобы мне было выгодно, мне предложили промокод, я кое-что уже заказала там, для моих подписчиков, потому что узнали, что я блогер, фирма Мамси сотрудничает с блогерами, и поэтому всем моим подписчикам, кто будет заказывать что-то на этом сайте Мамси, будет акция идти, кроме вот этих еще акций, промокод на первую покупку 15%, потом 5%. Посмотрите внимательно этот сайт, я вот сейчас сама смотрю, и кроме того еще, я очень люблю посуду, у меня посуды дома много, и вообще люблю красивую посуду. Понятное дело, что здесь брендовые вещи, а не там какие-то ширпотребские. В наших маленьких городах очень трудно купить такие хорошие вещи, добротные, которые, в принципе, иногда могут перейти из поколения в поколение, или даже пока при жизни хочется пользоваться красотой. Вот, поэтому я вот люблю покупать что-то в дом красивое. И вот наглядела такие вот красивые блюда для запекания. Думаю, ведь праздники будут, особенно уже впереди Новый год, можно сказать. Я обязательно себе сейчас что-то погляжу и закажу. То есть здесь не только одежда, обувь, представлен и для мужчин, и для женщин, и очень много для детей. Я вот уже смотрела и зимние вещи своим детям. Все равно в нашем городе, ну, хорошие вещи трудно купить, поэтому здесь есть и финская зимняя одежда для малышей, и российского качества и производства, очень много комбинезонов и всего. Я уже тоже приглядела, в корзину накидала. Поэтому обратите внимание, ссылку на промокод я оставлю в описании. Вот, и обязательно вы должны будете эту ссылку писать при заказе этого, ну, какого-то товара. И, конечно, оставлю ссылку на сайт, такой интернет-магазин Мамси. Потом, что я закажу себе, я, конечно, тоже отсниму и вам как-нибудь покажу. Вот, у меня еще с Озона там идет посылочка, так что есть что вам показать. Я мало занимаюсь продвижением таких, ну, вернее, съемка видео о покупках, но иногда, когда вещи стоящие, и показываю. Так что сейчас наглядела сито себе новое для протирания ягод или для просеивания муки. Такое классное сито, потому что, как правило, сито за там 200 рублей моментально выходит из строя. А здесь вот заказала, сейчас вам покажу, если найду, потому что здесь очень всего много, чайники мои любимые. Видите, я лазю по таким сайтам, нигде одежда, а где вот что-нибудь мне для жизни, для дома. Так, вот так сразу и не найти. Видите, сколько я вот говорю вам, да?
Так, сито. Вот уже заказала себе. Ну, в корзину бросила. Обязательно закажу. Ну, а так как, чтобы товар не шел в единичном экземпляре, потому что это невыгодно, я вот заказала себе такое сито 14 сантиметров на ручке 325 рублей. Но зато оно путнее такое. Все акции. Акции идут 3 дня. Здесь все написано. Какие акции, каких брендов, сколько часов осталось. Поэтому... Все успеете. Видите, женщинам, беременным, малышам, девочкам, мальчикам для дома и бренды. Всевозможные бренды, всевозможные. Поэтому обратите внимание. Ну вот, такая у меня сегодня небольшая рекламка. Так что, кому нравится, воспользуйтесь интернет-магазинами. Я знаю, что это все равно подспорье, еще раз повторяю, особенно тем, кому некогда, некогда ходить по магазинам, искать, или кто живет в таких городах, как мы, где особо и не разбежишься. И особо не разбежишься, и не найдешь красивого товара. Отдыхать, конечно, великолепно, здорово и хорошо. Тем более, когда прекрасная погода, чудесное теплое море. Лежи себе в свое удовольствие сколько хочешь. Купайся, загорай и ничего не делай. Но также хорошо вернуться домой и окунуться во все свои любимые дела. Да, дела тоже могут быть любимые. И тот, кто трудится и любит работать, трудно очень долго лежать. А тогда, когда ты вернешься, а тебя еще ждет куча сюрпризов домой, это вообще супер. Нас ждал сюрприз в виде двух щенков, которых нам Нюрочка родила, собака. Вот, мы, конечно же, знали, что она в положении и ждет детей, но мы совершенно не знали, когда это произойдет. У нас вообще не было животных женского пола. У нас всегда есть животные, но все мужчины. Вот. И поэтому мы не специально Нюру не делали так, чтобы она забеременела. Вот так нагулялась девчонка. Поэтому для нас был сюрприз, что это произошло, когда нас нет. Я, конечно, боялась, думала, вот лучше бы я приехала. Но ребята тут вот смотрели за ней, кормили ее хорошо. Так что теперь у нас в будке там два черненьких щеночка. Кто и что они, мы ничего не знаем и вообще боимся даже дотрагиваться. А еще я приехала, меня ждал почтовый ящик, еще очень много бумажек о том, что мне... И это так приятно и здорово, что уже мне такое пришло. И это все от моих подписчиков. Ну, были и посылки с интернет-магазинов, и посылки от моих подписчиков. Вот, ой, так, вот такое дело мне пришло от Любовь Юрьевны с Самарской области. Так здорово называется село Кошки. Вот, смотрите, это лук-чеснок. Такой, или гибрид, или даже не знаю, надо вообще-то почитать, который называется карамболь. Вот мне тут на посадку. Мы решили поменяться. Мне карамболь, вот такой вот, мне уж очень название понравилось. А я, Любовь Юрьевне, вот такой лучок мой. Старорусский мамочкин, я его так называю, мамочкин лук мой. Вот такой лучок. Интересный вкус. Она мне писала, что не всем нравится этот вкус. Нам, например, очень понравился. Такие вот крупнючие головочки. Ну, вот такой лук-карамболь. А еще от моей подписчицы, активной подписчицы Татьяны, мне пришла вот такая вот посылочка, ну, с записочкой. Вот. Правда, чего-то она была страшно на почте смята. Вообще просто не знаю, что там делают. Она мне прислала и показала, как она вяжет лук в косичках. У нее другая технология. Я разобралась, поняла. Вот. Это вот такой лучок на посадку она прислала. Вот. По типу шалота. Видите, какой длинненький. Еще вот такой лучок. И вот похожий на мой лук. Но мне кажется, что он другой. Вот такой. Ну, не знаю. Вот. То есть... Вот такой лучок. Прекрасная бандеролька. Великолепная. Конечно, отдельно положу. Уже буду знать, что это от Татьяны. От Татьяны посылочка пришла. С какого? Свердловская область. Вот так. Правильно хоть сказала-то? Да. Вот. А от моей самой любимой подписчицы, от Светланы, с Нижегородской области, мне пришла не просто бандеролька, мне пришла огромная посылища.
Это вообще дорогого стоит. Я даже теперь не понимаю, как я должна за это все рассчитаться. Человек, не человек, это женщина, это прекрасная женщина. Мне вообще на Светлан очень везет. Я об этом уже говорила. Она очень внимательная, потому что педагог, очень внимательная, очень воспитанный человек. Она тихонечко углядела, каких растений у меня нет в саду, потому что очень внимательно смотрит. Всегда мне пишет комментарии, просто целые письма комментарии. И прислала те растения, которых у меня нет. Понимаете? То есть это насколько прочувствована вот эта вся наша с ней дружба. Я считаю, что это уже дружба. Потому что мы давно в переписке, вот друг друга не знаем, но пишем друг другу, обязательно отвечаем. И теперь вот я уже думаю, как должна я ответить на ее такой жест. Жест вообще серьезнейший. Вот Света написала, что у меня, например, нет конкретно вот этих черенков пеларгоний. Таких сортов у меня нет. Вот, мне надо срочно-срочно все сажать. Вот у меня нет такой хосты. Я не переживаю, это все хорошо. Такой хосты у меня нет. И такой хосты. А представляете, сколько хосты у меня в саду? И еще, по-моему, была хоста где-то тут. И вот такой хосты. А у меня ведь очень много. Но Света сказала, таких хост у меня в обзорах не видела. Плюс прислала мне малину. Очень крупная малина. Плюс прислала мне куст смородины. Череночек. Череночки, клубники, ханей и чемора туруси. Вот, срочно сажать. А вот этот ирис, она прислала мне фотографию, это что-то бесподобное. Не то, что у меня нет. Я даже на сайтах, там, где покупаю в интернет-магазинах, такого ириса никогда не видела. Это бомба, ребята. Дай бог зацветет в следующем году, и мы увидим. Плюс человек переживает, что у меня не растут перцы. Я всегда говорю, ну не растут они у меня, вот и все. Много-много лет уже не растут. И она мне прислала свои перчинки. Посмотрите, мне даже жалко резать вот эту красоту, чтобы снять оттуда перец. Буду держать, что называется, до последнего. Называется Леся. Вот какой симпатюлька такой Леся. А вот такой перец длинный. Называется венгерская паприка. Света сказала собрать семена, и уж этот перец у меня точно должен вырасти. Но и это еще не все. Вот этот лук, тут, наверное, целый килограмм сивка, который... Она мне присылала семена, я тоже чуть-чуть вырастила из ее семян. Это свой лук. Ребята, ну вот это как называть? Это же дорогущие подарки. Потом чеснок, тоже ее чеснок, другие совсем сорта. Зимний чеснок. И картофель даже. Картофель, ну, тот, который у меня нет у меня таких сортов. Голландский, как я понимаю. Мы еще спишемся, уточним. Вот этим бы и успокоиться. Но нет. Тут еще есть пакетики с семенами. Кстати говоря, она мне уже высылала семена своих ноготков. И они такие красивые у меня в этом году. Они махровые, с разными серединками. Просто, как у меня ребята сказали, на ноготки совсем не похожи. Вот. И тут три пакета с семенами ноготков. А еще и три пакета лука ялтинского красного. Правда, он похож на мой лук? Вот. А может, не похож, он более плоский. Ну, в общем, ялтинский красный репчатый лук. Салатного назначения, наверное, сладкий. Вот такие шикарные подарки, шикарные просто презенты. Для меня спасибо огромное. Ну, что хочу сказать? Не буду хвалиться, но очень приятно, что за мои труды по ведению канала на YouTube мои подписчики оценивают мои труды. Я же для вас стараюсь, да? И вот так меня отблагодарили. Ну и я, конечно, не останусь на кладе, что-нибудь я обязательно придумаю, как отблагодарить своих подписчиков. Ну, с Татьяной мы уже тут, вот та, которая посылала мне лучок, я ей отправила. Так получилось, что у нас были гости, которые живут там же, где Татьяна. Ну, приблизительно. Я отправила ей черенки фуксий. Дай бог, чтобы они там прижились. Любовь, отправлю лук свой. А со Светой тут вообще даже не знаю. Голову сломала, как же рассчитаться мне. Но обязательно надо отблагодарить человека.
Вот, ребята, такая красота у меня. Побегу теперь срочно пристроить Света на растение, чтобы все сейчас до зимы успело укорениться. Так что приятно возвращаться домой и получать такие презенты. Но у меня еще идет посылка от сайта, вернее, «Цветочной мечты». Я уже вам говорила, что я Ирине, хозяйке сайта, писала с просьбой подобрать препарат, который действительно убьет клеща на клубнике и землянике. Вермитек справился не очень хорошо, хотя это самый такой прогрессивный препарат, который сейчас рекламируют. Вот. Мне обещала Ирина прислать, но я уже заказала, я имею в виду, японские препараты. Вот и посмотрим, что это такое и что я заказала в этой посылке для черенкования, для того, чтобы сейчас черенки, еще их можно брать, черенки со всех растений. То есть будет еще видео о этих товарах. И еще кое-что идет по почте. А вы были на канале у Светланы Лодисад. Спасибо всем за внимание. Всего всем доброго!